В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в округе проводят замены устаревшего лифтового оборудования. В Люберцах в этом году установят 37 новых лифтов. По 5 адресам работы почти завершены. В этой 9-этажке на улице Южной срок эксплуатации лифтового оборудования истек. Пока его меняют, жителям приходится подниматься пешком. Но все это неудобства временные. Наш дом-то очень хороший. Чисто, тихо. А вот лифт-то был плохой. Пойдешь в лифт и стоишь. Очень хорошо сделали. Ребята были такие внимательные, культурные. Только лифт не портите. Живут ведь как поросята, простите за выражение. Новые кабины антивандальные. Кнопки в таких лифтах нельзя вырезать или поджечь, а лампочки трудно выкрутить. Официальные сроки по контракту у нас 55 рабочих дней, но мы закончили чуть пораньше. Сейчас вот у нас процедура идет оформления документов, получение декларации соответствия. На этой неделе назначена комиссия приемочная, в которой будет участвовать управляющая компания, обслуживающая организация, инспектор технического надзора. Если никаких замечаний в результате проверки не возникнет, специалист Ростехнадзора дает допуск к вводу лифта в эксплуатацию. Перед тем, как планируем ремонты, капитальные ремонты домов, мы эти вопросы отрабатываем с управляющими компаниями, с обращением жителей. Советуемся всегда и советом депутата, общественная палата, чтобы не пропустить, чтобы именно включить в план ремонта те дома, где есть проблемы, если будет лифтов сроком больше 25 лет. Это 20, чуть более, и мы планово будем лифты менять. В 2022 году в городском округе планируют капитально отремонтировать 135 многоквартирных домов. В 12 из них заменят лифтовое оборудование. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.